Всем привет, с вами Inform TV. Несколько минут назад СМИ сообщили об уходе знаменитого актера Павла Поймалова. О его смерти первым сообщил московский ТЮЗ, где артист служил в течение 32 лет. Печальную новость подтвердила также супруга Павла. Она и уточнила странные причины смерти. Оказывается, не стало артиста еще 18 февраля, а причиной стало обычное падение на улице. Видимо, артист неудачно выбрал место для прогулки. Цитата. «Был сильный гололед на улице, он вышел в магазин и упал, потом сам поднялся и пошел домой. Пожаловался на головную боль», – рассказала жена. Поймалов сильно ударился, но к врачам обращаться почему-то не стал. Супруга настаивала. При этом она не заметила никаких очень страшных отклонений в его поведении до самой последней минуты, когда он уже потерял сознание и умер. Подруга актера Татьяна Абрамова подтвердила информацию о смерти Поймалова. Она сообщила трагическую новость у себя в соцсетях. «Друзья, умер Павлик Поймалов, актер ТЮЗа. Мы в трансе», – написала она. Напомним, Поймалов известен зрителям не только по работе в театре, но и по более чем 40 работах в кино. Наиболее известные среди них – «Гражданин начальник», «Ростов-папа», а также сериал «Каменская». Поклонники актера скорбят по звезде экрана. Люди жалеют, что артист не дожил даже до пенсии. А вы помните фильмы с этим актером? Пишите в комментариях. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!